Доброе утро, мои мальчики! Мы все завтракаем. У нас тут после вчерашней какой-то песчаной бури вообще окна. Они и так у нас не блистали чистотой. Я уже готовлю суп с чечевицей. Здесь у меня процеженный бульон. Поперчила этой мельницей, покрутила. Очень хорошо она мелит. И хорошо, что можно регулировать, то есть крупность вот этих вот, то есть там можно крупнее, помол мельче, вот это икея. Картошка уже тут, лук и морковку сейчас буду резать, чесночок в конце, вот мяско, его буду, наверное, отбирать, сейчас подостынет, здесь косточек совсем немножко, я его сразу, наверное, в суп закину. Так, супчик почти готов, совсем сейчас еще немножечко поварится чечевица. И все, мяско уже добавила, осталось чеснок и зелень. И ура! Обед будет готов. Все, я еду в школу убирать. Все, уборка закончила. А что тут написано? А, весенние каникулы? Где они тут написаны? Это? А, не хотят они писаться. Не хотит. Угу. А тут даже какие-то... У нас что-то во вторник, да, Людмила Валентиновна говорит? Да. Вот, какой-то конкурс. Рисование, да? Все, я уже дома, гляньте, тут машина. Вот после вчерашнего дождя, вот что-то, видите, такое, как песок, не знаю даже, что это, глина, в общем-то, несло тут. Все вот в таких вот желтых. В общем, все у нас тут желтое. А вон они идут. Хочу заложить стирку, вернее, развесить стирку, вот, и потом, что еще делать, заложить коврики с машины стираться, они у нас, ну, вот, как коврики, просто не резиновые, не прорезиненные, как ковролин, и они, конечно, у нас с такой погодой не айс, поэтому решили, что заложим их прямо в машинку на такой деликатную, типа на шерсть, в общем, чтобы они прополоскались, чтобы их сильно там не мяло. Вот, а пока картонки в машину положу. Все, коврики уже здесь это сохнут, стираются. Я сейчас пойду в машину, теперь пропылесошу. 40 минут, получается, включила я на шерсть, чтобы их там не сильно грело и не сильно крутило. Так, всех ведем. Афоня, подожди меня. Идет Антоша на чердак, а Афоня стонет, что его не пригласили. Ты с нами хочешь? Пошли. Афоня, посмотри на меня. Сынок, ну посмотри на маму, Афонь. Иди сюда, давай мне руку. Котик. Все, Афоня в хорошем настроении, идет теперь до дедушки. Ты в хорошем настроении? Улыбнулись? Куда ты хотел? Ада. Туда, на чердак? Да. Ну пойдем на чердак, да? Это Сережин диплом. Что ты сделал, Сереж? Победитель, да? 235-летие. Погоди. Угу. Там еще один в этой файле стоит. Еще один. Первое место у тебя, да? Да, сейчас еще один. Круто, Серый, молодец. Не зря ты учил. Это что, у тебя по сольфеджио, да? Да, и вот еще один. А этот что за диплом? У тебя тоже первое место, да? Да, этот юношеский альбом. Альбом юношества. Ага. Шуман. Так кто был, тоже скрипач? Да, он тоже. Молодец. Привет, привет, девчонки. Привет. Да, как дела у тебя, Зоечка? Ты что, была на празднике сегодня? Расскажи, и очки одевала? Здорово. Они на день рождения были и дома перекрыли. Так тебя внутрь, ты была внутри пузырика? Страшно? А лопала потом пальчиком? Да. В глазки не зашло? Не болтала хоть? Я только глаз болел. Они были большие, как у Антоши. Вкусный торт? Еще один
один еще большой? Там, наверное, много было, да? И там еще из пузырей шел пар. Пар? Ты покачала, Зой. А я что? Калюню? Все, все идем поздравлять девушку Леню. А почему все шепотом? Зоя! Еще громче, Зоя. Еще громче. Давай, Зоя. Зоя! Зоя! Еще. Зоя! 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 Тогда подождем. О, Алина вывеску написала. Да? А что она написала? Да ты играй торт. Хорошо, что не написала «не входить». Это «С Новым годом» от Алины. Это была надпись на Новый год, да, от Алинки? Юня, все хорошо у тебя? Дешки Лени нету, да? Будем ждать дешку Леню. Заходите. Попытка номер два. Не надо, давайте мы быстро пойдем. Днем рождения! Днем рождения! Спасибо! Вы же с коляской, молодой отец. Сейчас уже ровно 6 часов, я Антоху забираю, ему очень понравилось. Понравилось? Там прям и огненное шоу какое-то, да, было? Ну, огонь там был? Ну и как, страшно было? Не горячий? Ну, было интересно, да? Химическое шоу? Здорово. Нет, правда, на руку. Огонь. Два раза? Там надо, знаешь, что? Одно средство, потом это зажигалку, туда у меня на руку мыло, и оно... Слушайте, сейчас стою на переезде. Минуту назад буквально выехала оттуда, то есть со станицы в Краснодар, забрала здесь у нас на шиномонтажке сижунины колеса уже сделали, которые на дровокол. И вот через минуту выезжаю, опять переезд закрыт, едет уже с той стороны. Когда я минуту назад стояла, то с этой ехал стороны поезд. Ну или что-то, не знаю, вот это что такое. Едет электричка. Да, в 6.24 сейчас. Это электричка в Краснодар, получается, Староминская, наверное, не знаю, какая она. Так что жду. Я тут сейчас с тортиками. Этот тортик от дяди Лёни. Вот еще кусочек тортика, это от Егора. Антоша же был у мальчика на день рождения на чердаке, так что мы тут объедимся. Так, мы все... Уезжаем домой. Антоха нам сейчас откроет машину, да, Санька? Да. Да. Все, мы уходим. Пашка, ты куда? А что, оно, дождь идет? Дождь идет, ты видишь? Пони игра, он маленький Коля. Его надо носить на ручках теперь. Так, с дедушка сейчас с другой стороны кресла, Афонь. Да, можешь и вы. Так, торт забрали. У нас тут тортов, мам. Так, мы дома. Все уже заснули, мальчики, кроме Григория. Блин, что-то я тут, походу, помонтировала видео, и прическа у меня вообще таз. И Антошка заснул, Афонька заснул. В общем, все устали. Папуля, пока нас не было, тут пожарил говядинки. Тут совсем вот капелюшка осталась. Гриша даже съел, Сижунин сказал, целую тарелку. Главное ее резать ножом. Так она, конечно, очень жестковато, волокнистая.